Здравствуйте, Олег Геннадьевич, у меня записан вопрос. Мы с моим молодым человеком, наши отношения строились изначально на ваших лекциях. Благодарю вас. Уже 2 года я их слушаю, и он находится за границей. Мандарин. Я потом возьму. Нет, сейчас. О, помогите. О, классно. И когда он мне подарил билет на вашу лекцию, это вообще был подарок, и мы составили для вас вопрос, вот чтобы я ничего не забыла. Мы с моим женихом очень любим ваши лекции, живем в страсти, но благодаря вам изо всех сил стараемся к благости и хотим делать все по законам Вселенной. Но всегда нам, не всегда нам хватает мудрости сделать правильный выбор, и мы смиренно обращаемся к вам за советом. Мне 22 года, моему жениху 28. Мы по воле судьбы на данный момент живем в разных странах. Мы хотим пожениться этим летом и обвенчаться, и завести ребенка. Но для последнего нам нужны будут жертвы. Если я не поступлю на интернатуру и уеду к нему, что поссорит нас с моей мамой, а вы учите уважать старших и их советы и мнения, или он уйдет с работы и вернется назад на Украину, что заденет судьбы многих людей, на него полагающихся. А вы учите держаться работы, как данной нам по судьбе, и уходить только тогда, когда другое место уже готово. Есть еще вариант, что Бог хочет, чтобы еще 3 года моей интернатуры мы пожили отдельно и духовно подросли перед тем, как заводить ребенка. Сколько вам лет? Мне 22. И мы не знаем, как нам поступить. То есть не хочется начинать семейную жизнь порознь. И не хочется ссориться с мамой, потому что она очень много сил приклала к тому, чтобы я училась в этом университете. В общем, помогают мне, чтобы я не скучал. Ну, мы прислушаемся к вашему мнению вот, и постараемся сделать все, вы не понимаете только одну вещь, что мнение, оно не дает ответа на все вопросы судьбы. Поймите, слово «прислушаться» ничего не значит. Я вам приведу пример один. То есть один человек пришел, мой очень хороший знакомый, он как бы, у него было тяжелое заболевание, и ну, в этом случае этого заболевания лучше всего, чтобы сохранить жизнь, надо было делать операцию. Он меня спросил, делать или не делать. Я сказал, что делать. А эта операция, она потом покалечила его. Ну, то есть я видел, что если бы он не сделал, он бы ушел из жизни. Но ему от этого не легче, он стал инвалидом. И он очень сильно обиделся на меня. На много лет. На несколько лет обиделся, потом понял, что не надо обижаться, простил. Вы часто решение вопросов, которые вы должны сами решать, перекладываете на старшего, тем самым разрушая отношения со старшим. Для себя я давным-давно все решила, но я не что вы решили, скажите мне. Наперекор. Я думала уехать туда, к нему. Там есть какие-то варианты интернатуры пройти в другом месте? Ну, к сожалению, нет, потому что я как бы должна быть гражданином той страны. Только в этом случае. Решение неблагоприятно скажется на вашей судьбе. Я хотел слышать ваше решение. Это хорошо. Когда вы принимаете решение сами, это хорошо. Я тогда могу включиться. Если вы хотите... Вы можете, допустим, ездить к нему надолго, приезжать, ну, учась в интернатуре? Там же есть каникулы какие-то? 1 месяц. Всего? К сожалению, да. 3 года интернатуры? А моей... что такая большая-то? Что тут 3 года? Мне акушерство понравилось, вот, и эта специальность 3 года. 3 года, боже мой, дрожу все. Может, вам какую-то другую специальность выбрать? Ну, вы понимаете, дело же не в сроке, а в том, как вообще будут эти отношения. И есть ли смысл строить свое образование и ставить его выше правил? Вы вчера говорили, что любовь должна быть выше любых правил.
Не, вы все правильно говорите, молодец. Также правильно, что вы меня задали вопрос, тоже хорошо. Есть же год интернатуры, зачем три? Бывает год. Что это? Лабораторная диагностика, но вы сами понимаете, что это интересно. Но если вы хотите какой-то компромисс, то компромисс заключается в том, чтобы хотя бы что-то иметь, понимаете, а не всего лишиться. В этом компромисс заключается, понимаете? Если интернатуру пройти быстрее по какой-то другой дисциплине и уехать потом к нему. А вы не видите, я просто знаю, что у вас есть суперспособность смотреть на людей и оценивать их. Вы не видите, чтобы он приехал, допустим, в Украину, хотя у него... Не вижу, у него разрушится судьба. Я так и думала. Ну, потому что там это солнечная страна, и он уехал тогда... Дело не в этом, просто там у него вот по судьбе, у него там есть возможность трудиться. И судьба его туда и закинула, 5-6 лет назад уже. Ну, там у него все нормально развивается. А здесь будет дыра. И это разрушит ваши отношения, будет разочарован в том, что произошло. Ваша мама обладает огромной силой внутренней. Если вы ее разозлите, то на 25% отношения ухудшатся. Это правда. Потому что у вас психика будет сильно напряжена. И оно, это скажется на отношениях тоже. Вы там будете как на ножах жить. Ну, знаете, мне батюшка сегодня сказал, что после замужества девушка отлипает от мамы, прилипает к мужу. Что тогда вы меня спрашиваете, если батюшка уже все сказал? Ну, вы понимаете, что... Ну, я не хочу никого ставить выше, но вы мне тоже как... Нельзя спрашивать сразу двух наставников по одной проблеме. Но я изначально хотела еще вчера вас спросить об этом. Не было возможности. Вот. Не хочу затягивать лекцию, потому что вижу в глазах людей желание изучать семейную жизнь. Я услышала вас. Спасибо вам большое. Что вы услышали? Что нам нужно быть изначально с ним и искать компромисс с моей мамой тоже. И все-таки... Да, мы поговорим еще с ним. Если вы учитесь 3 года, это очень сильно сказывается плохо на отношениях, потому что он будет нервничать, психовать и разочаровываться в вас. Если вы уезжаете сразу, то это подпортит отношения, потому что мама начнет сильно злиться. Единственный выход нормальный – это проучиться меньше. Найти другую специальность. Вы же все равно хотите лишить себя специальности. Так лучше выучиться на, лучше... Я не хотела лишить, я хотела там продолжать на просто на других условиях. Вот. Учиться продолжать? Да, продолжать. Так, ну, а что тогда вы мне этот вариант не сказали? Он самый лучший. То есть вы видите смысл учиться здесь 3 года, ждать, да, а потом ехать туда и продолжать? Не, я вижу смысл там доучиться, и чтобы мама была спокойна. Там доучиться. Ведь смысл же в этом, чтобы вы закончили, а не в том, чтобы где-то вы сидели там в одном месте или в другом. Если вы там будете учиться, там будете доучиваться, то мама сначала... После 3 лет, да. После 3 лет. После 3 лет в Украине, да. Потому что 3 года очень долго. Надо выучиться быстрее на что-то другое. Хорошо, я поняла вас. Вы все равно не сможете выучиться, если уедете. Вы же решили уехать. Вообще ничего не будет тогда. Так вы учитесь на что-нибудь попроще тогда. Хорошо. Вы поняли или нет? Я поняла вас. Какое конечно. Решение? Я поняла вас. Что вы поняли? Что нужно выбрать специальность покороче времени. Вы выберете? Да. Молодец. Правильное решение. Хорошо, тогда скажите, вы видите меня в медицине? Предназначение. Я без наглости спрашиваю. Я вижу, через 1,5 года вас беременны. Это большой подарок для меня. Спасибо. А теперь слушайте внимательно меня. Запомните, такие вопросы решаются не с помощью добренького дяди. Они решаются с помощью серьезной молитвы.
Первая стадия – спокойствие в сердце, а потом вторая стадия – знание. Господь вам уже дал часть знания, Он вам показал, что и так плохо. Он уже показал вам это. Но вы не домолились. Надо было понять, что вот это вот, ну, как бы это все не окончательное решение. Окончательное – это то, что надо закончить меньше антрантуры. Вот это правильное решение. Отказаться от своего желания, потому что вопрос не в том, что выбираете специальность или мужа. Выбираете желание свое или мужа. Потому что именно ваше желание быть акушеркой стало выше вашей семьи. Вы привязались к этой идее. Вот в чем проблема. Все, мои хорошие.